что с природой я вчера как-то... В общем-то, вчера у меня был первый день по природе. Угу. Красивые штуки. То есть, оглядываясь на эту, написать вот такую, да? Ну что-то да, здесь вот грустно, вот эта вот стена, она немножко грустнявая. Ну, грустнявая. Она дает тень, которая выявляет свет. Ну, значит, она да, тени. Да. То есть мы пишем вот эту, но вот с этими горами, да? Вот, вот это за основу берем. Ну, в всяком случае, ну прикольно, прикольно. Да, конечно, было бы здорово взять. Ну, мы можем здесь по конфигурацию гор попридумывать немножко. Но здесь классная идея вот этой тени, от которой ты отказалась морально. На самом деле вот этот передник так похож на этот, мы прям можем взять его идею. Ну давайте начнем. Ой, классно было бы, так сказать, из двух. Уже, ну прямо подсказка полная. И там воды нет, а у нас будет вода. Ой, красота будет. И вот это ущелье, смотри, вот это ущелье такое выявить. Идею ущелья выявить. Ущелье, понимаете? Да, понимаю, только тогда вода. Что вода? Но она сразу в воду, да? То есть вот это вот у нас вот сюда идет. Да. Угу. Мы можем даже здесь намек на какие-то водяные, дорожки, ага. Водяную дорожку. Слушай, это вот можно вот что-то такое грандиозное, тогда надо формат большой брать. Чтобы уж так. Ух. Только оно. Уже здесь красивый передний. Очень красивый. Отличный. Немножко по... Второй план тоже хороший. Третьего плана не хватает. Немножко поинтереснее сделать третий план. И вот тут, наверное, грустновато. Вот в картине это будет плем-плем-плем-плем. А вот здесь вот оно такое... Ну, вот такое оно должно быть. Вот да, такое. Да, вот такое вот оно вот красивее. Такое. Оно здесь слишком темно, а вот такое ага. должно быть. Уже оно же освещено. Все-таки. Да. Ну, вообще интересная тема. И ты потом сможешь... Это уже творческая картина была бы. Супер. Какой формат берем? Хотя бы 60 на 80. Там приехали. Довольно нарядное небо. Причем, если горы он сделал через ультрамариновости всякие, да, то небо он отделил от гор либо цирулиумом, либо небесной голубой. А что это дает? Выделенность, да? Потому что на фотографии или в природе они были бы почти равны. Угу. То есть он выделил и... придал этому некоторую художественность. Мы тоже можем себе это позволить. Итак, ну ты видишь, крашенное небо. Ну да. Не будем уходить от подсказки. Выкрасить вот эту часть. Небом. Да. Ну, большую часть. Угу. Небом. Потом синькой заслоним. Угу. Вот так, плотно. Вот. У нас частично будет с облаками, поэтому ты эту плотность долго не мусоль, потому что все равно еще облаками перерубим. Угу. Вот. Конфигурацию облаков мы пристроим к горам. Угу. Поэтому ты сейчас хотя бы как-то вот так более-менее плотно угу. уложишь. Потом у нас появится потом у нас появятся горы. Потом облака. И вот как раз тогда уже, если что, доупакуем. Спасибо. Щетинистую или не щетинистую кисть, то можно им было бы совсем мягко сделать. Но некое мерцание мазка предпочтительнее, чем просто выкрашенность. Согласна? Поняла. Оно как бы живенькое. Синим. Так, мазками не растираем. Вот так, да, вот так, да. А просто мазюкать? Просто мазюкать, да. Вот так. У тебя примерно та же ситуация. Вот так. Угу. Не надо ровно, наоборот. Пускай вот будет за что зацепиться глазу. Угу. Вот так. Давай. Толсто, да, делаем или тоненько? Ну так, грубо вот так. Ну, может, не... Но там горы не интересные, а нам бы интересные. Поэтому мы будем немножко смотреть туда, немножко сюда. Там горы залегли. Вот здесь у них главный хребет, вот здесь второстепенные. Вот так сдавливая
вещество с кончиком эстехина. Это первое, что мы сделали, это хотя бы увидели вообще в пространстве идею гор. Но там есть интересный момент. Там, смотри, вот эта гора, она где-то здесь ближе, а те внятно дальше. Может быть, не рисовать прямо так, но идею ближней горы можно было бы и дать. Тем более, что она бы здесь, где-то да. здесь она и есть, где-то здесь она и есть. Это уже создает, отсекает и создает окно там. Вот это уже не является доминирующей, потому что ее перешибло. А здесь может быть создать более крупную и она ушла, смотри, это заслонило эту, это заслонило ту. Уже появляется хвост змеи. Змеи, а значит удаляющиеся. Чуть-чуть можно и здесь дальние горочки обозначить. Пусть тоже живут себе там, вдали. Так мы определились с высотами, и у нас остается там уже все это небо. Да. Все остальное небо, естественно, будут облака. Угу. Вот. Может быть, эффект сделать какой-нибудь эффектный. Вот как там у него красивые эти зубцы. Можно и так поступить. Можно сделать вот этот вот проем. В котором, да, залег снег. Источник света у нас отсюда, поэтому с этой стороны теневые, с этой освещенные. Классно. То есть я раздал свет тень. То есть со световой части освещены снежные вершины. Вот. Те, которые вершины снега не освещен, вернее, снег, который не освещен, он тенистого цвета, то есть синеватого. Вот такого. Вот такого. И собственный цвет скалы, который несколько краснит, коричневит. Поэтому кадмий красный. И вот сама плоть скалы будет чуть-чуть теплого цвета. Опять же, мы посмотрим на подсказку, которая примерно вот такая в цвете, да? Можно более фиолетово, то есть прямо розовый, а не красный кадмий. И будут более нежные проявления цвета, вот такие. Можно плюс коричневый, который там тоже угадывается. Вот она, плоть скалы. То есть я как бы сейчас показываю, как бы я совмещал две картины. Тоже можно сделать такой высокий склон, да? Обрывистый. Значит, кусок сбрила, сделала сама.
Ну и потом пойдем дальше. Нет. Не хочу фотографировать-то. Я же должна что-то посматривать. Ой, перекраснела. Я, да. Вот такие длинные хвосты лучше не делать. Вот их надо перешибать. Смотри, вот допустим, даже... Понимаешь, уже это что-то сложное. Так, значит, источник света. Ты понимаешь, вот когда это на свету, это краснеет. Когда это в тени, это не краснеет вообще. Угу. Обрати внимание. В тени это просто тупые синие тени. Угу. А на свету это цвет скалы. Я сейчас подбрею. Нет, я к тому, что ты всмотрелась в существо. Голубой, коричневый. А с горами что делаешь? Ну ты же сейчас подбреешь и делаешь. Нет, а сама укладка. Ошибки. Ну слишком много ошибок, чтобы... сказать. А, то есть мы вернемся. Ободряющее слово. К ним потом вернемся. Нет, вернемся просто. Ты сейчас готова поправить вышесказанное. Потому что либо я должен поправить и точку поставить на это. У нас очень красивый вот этот вот сюжет. Вот этот. Угу. Покажу его. Вот этот вот сюжет шикарен. Причем этот на свету, а эти в тени. Как наша гора. Скала в тени. Вот эти в тени, а эти на свету. Итак, поскольку они на свету, они желты. И даже оранжевы. И вот сюда они выходят, эти елочки зеленые. И стоят они все на фоне теневой. Сзади теневая, здесь теневая, они на фоне этих теневых стоят. Здесь у нас что-то красное горит. Растительность красная, как это часто бывает в горах. Здесь склон. Склон тоже освещенный солнцем. Я его тупо беру сразу и набираю солнечным, чтобы было. А там ущелье. Будем делать, нет? Мы сейчас еще будем идти к этому. У нас вот ущелье. Не там, а вот оно ущелье. Вот оно. У этой скалы, смотри, видишь, теневая. И у нас здесь должна появиться теневая, которая будет заслонять вот эту световую. То есть световая от нее, сейчас я покажу где-нибудь. То есть с этой позиции вверх идет световая. Вот я прямо нахально разбрасываю свет-тень, да? Не... Сначала в горах это делал, теперь здесь делаю. Разделяю свет и тень. Угу. Скальный выступ торчит. За этим всем вот здесь вода, у которой отражение по вертикали. Какой размер будет водоема,
какой захотим, какой будет выгоден. Естественно, мы рисуем не водоем, хотя вода всегда, конечно, красивая в картине. Вот. Мы рисуем прежде всего масштабный пейзаж, поэтому размер водоема будем исходить из складывающейся композиции. У нас появились планы. Передний, следующий, 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 следующий. Причем за этим планом. Извиняюсь. Вот тот дальний. Еще один план. То есть вот он, еще один план. Угу. Там еще вот один. Этот заворот замечательный. Вот этот еще один. И вот здесь, как у него на картине, так и у нас будет тенистое. У него тенистое, и у нас тенистое. Тенистый подъем горы, которая вся заросла вот этими елочками. Эта гора в тени, поэтому она у нас будет с сининкой, ну и с коричневинкой, и с зелененькой. Вот она туда уходит. Ее заслоняет вот это, которое ближе. То есть раздаем планы, да? Разумно раздаем планы. На нее немножко вылетает свет вот отсюда, да? И это видно. Уже видно. Уже видно. То есть мы рассуждаем свет-тень в картине. Мы сейчас не рисуем ни конкретную елочку. Мы рассуждаем свет-тень. Цвет водички можно уточнить. Нарочитая вертикаль отражений. Даже вот эти снега. Чуть-чуть можно их тоже обозначить. Прикольно? Угу. Ну или как вода сразу своим нарочитым вертикальным, да, отражением сразу показала себя. Вот. Ну и все это заслонено теперь. И должно быть нарисовано в подробностях. Ну как? Красота. Еще у нас вот этот угол. Кстати, сейчас вот ты мне покажешь, как ты рассудишь вот этот угол. Светотень. Да, именно в этом контексте. Прикольно. Ну вот что называется творение мира, да? Угу. Вот мы сейчас занимаемся творением мира. Какая-то у нас какой-то фотоматериал есть, но нам его хочется преобразовать в нечто невероятное, да? Класс. Так, ну-ка. Так. Смотри. Это же равно передний и дальний план, да? Да, я как раз... А у нас не должно быть этого равенства. Смотри. Вот. Дальний план как выглядит. Смотри. Тоже. А, он вообще разглаженный будет, да? Ну да. Не, просто он же должен отличаться от переднего плана. Да. Там не может быть такого проявления фактуры. Угу. Ты видишь? Да. У меня еще был вопрос, мы на переднем плане будем вот эти деревья рисовать или будут склоны? Вот этот вот наш склон, да. У нас идеальный там склон. Ну, пока еще не доразобралась. Нет. Не доразобралась. С елками вообще не так. Так, хорошо.
Значит, мы, наверное, с тобой сейчас немножко кинем облачков, чтобы когда мы сейчас здесь будем выставлять эти ели, я, чтобы мы не топтались на одном месте, чтобы мы пошли дальше. Смотри, некий танец произошел между ними, да? Ну да, у нас свет с этой стороны, то они здесь более яркие. Ну, дело не в... Я сейчас имел в виду, что есть некий танец между ними, да? То есть они собраны в некую стайку. То есть нет такой разомкнутости, перечисленности облаков, да? То есть они немножко собраны. Ну, это как один из вариантов укладки облаков. Из-под теневой вылетело облачко, тоже один из вариантов укладки. Прямо за верхнюю часть формата зацепилось. Еще дотрогаем, то есть уточним. Но появилась, смотри, одна серия, вторая серия, третья серия, да, то есть стайки появились. А стайки лучше смотрятся, чем просто натыканность. Здесь не хочется даже выставить еще побольше света. Ну, здесь достаточно. Да? Да. Чирк со чвяком, причем такой вверх, вернее, сверху вниз, вот такой чирк, он создает эффект иголок. Больше голубизны сюда, вглубь, вот сюда, вглубь. Больше голубого.
И вот на эту мглу темную да, выйдут несколько этих освещенных елок. Причем часто рыжий даже цвет. Смотри, они прямо рыжат. Некоторому произволу даю произойти. То есть массив, каждый из них заслоняет что-нибудь, чтобы создать эффект этого пространства. Вот здесь, смотри, такая ступень заслоненности. То есть вот этот передний кусочек нежный, светлый, заслоняет этот, этот заслоняет этого, и вот формируется. Если что-нибудь поняла, покажи это вот в этом куске. Конечно, надо было тебе кусок неба отдать на растерзание вот этот. Ну да уж. Я в следующей картине растерзаю. В следующей картине, да. Растерзаешь. Вот не всмотрелась ты вообще. Почему? Это ляпкин-тяпкин дело. Ты как умею? Нет, ты туда не смотрела. Вообще не исследовала. То есть вот эту штуку надо было? Нет, вот эту. Та, которая там и есть. Посмотри, как она отличается от этого чистокола. Потому что то я видела, как делать, а это не видела. Это сосна, а я еле рисовала. Ну, о чем это говорит? Сосну не знаю, как это на цепках еле. Не, ну хотя бы надо рисовать то, что ты видишь. Не знаю, что это такое, но похоже. Это сосна бахаминга.
Ну вот как ты догадаешься, что такая вот сложная процедура? Да нет, процедура может и сложная, а идея-то света и тени, как всегда, и формы, которая выражает эту идею света и тени. Ты просто растерялась. Ты, ну, что называется, ступила на самом деле. То есть надо как-то смириться с этим, сейчас, да, сейчас, что это произошло. Туплю. Да. Ты же не всегда такая. Не всегда такая. Свет из-под теневой. А вот ветви этой сосны смотрят уже на ту сторону. Пока не весна. Вверху судьба. Посвящается красиво. И очередная елочка. С очередной свет тенью. И воздушная среда, уходящая туда. Эта воздушная среда, конечно, должна быть немножко, может быть, посмуглее. Свет из-под теневой вышел здесь. Заслоняя ствол, заслонил его, причем ствол краснит. Вот здесь ты не досмотрела рыжие, красноватые звучания. А здесь теневая скалы. Три одинаковых сегмента. В коем-то веке одинаковые сегменты стали для нас. Что? Вот это взяла и размножила. Ну, три одинаковых сегмента.
Это однородная каша. Ни о чем не говорит. То есть должно быть как-то показано, что здесь есть отдельно взятый куст. Вот, допустим. Раз, и появился куст. А это чуток видно, кустами не растет. Она не растет кустами? Да, такая травка-то. Ну это ничего, это тоже больше, это лучше. Ну даже кусты, смотри, кусты там тоже растет этими шариками. Ну растет же шариками. Ну там денежки, да, проплешины просто есть, поэтому тебе не дают. Так. Ну давай возвращайся к скалам, тем. А, или ты уже я там побывала. Делала. Да, 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 все. Хорошо. Я еще вот здесь вот подрихтовала воду и вот сюда залезла. Вот как-то этот берег, наверное, тоже оформлять надо. Вот сюда он должен идти, вот сюда. Вот этот мысик может чуть-чуть выйти сюда. Тоже будет прикольно. Угу. Темный. Теневой. Прикольно? Угу. Давай вот туда. А вот сюда темные пошли. Темные пошли. Угу. Маленький, но темный элемент. Угу. Забили я немножечко ее затрачу. Как узнать, что сделать? Надо, чтобы было как-то. Ну, свет-тень. Мы же свет-тень. Везде рисуем. Ну, понятно, что здесь не освещенное солнце. Но это все равно должна быть градация между тем и тем. Видишь, краснота сделала его явно ближе здесь. То есть он... Ой! Убрил. Смотри, видишь перед этим белым куском освещенная часть горы. Угу. Я вижу. Это Женя. Угу.
Да, наверное, этот мысик нам не нужен от этого, от этой скалы. Здесь будет просто у нас торчать ель очередная. Потому что не читается. Ага. Там дальше отражение от него получается непонятно что. Смотри, будучи обобщенным, это пятно село. Оно находится на своем месте. Его удаленность естественна, правда? То есть это тот первоначальный заход в эти скалы, который должен был бы поставить их на какое-то вот то место, на тот дальник. Вот эти осадочные породы, из которых состоит скала, ты видишь, я их укладываю с нарочитой вот этой вот полосатостью.
образуется. Ну, пока грубый помол, да? Но как только сейчас появится снег, смотри, там нет этого. Это уже чисто воспоминание. Потому что приходилось писать не раз горы, в том числе из натуры. И как бы память воскрешает некоторые проявления. Причем было однажды, когда писал, ну и тут снег пошел, все засыпало, всю палитру засыпало снегом, всю картину засыпало снегом. Я единственный, кто в этот день, вот мы с ребятами приехали, успел написать. А я так много успел написать, что хотя уже и картину засыпало снегом, ну прям уже некуда вставать, все в снегу. Но я успел вот так грубый помол сделать. Положили в багажник, приезжаем на место, достаю из багажника, а она уже растаяла, вода, ну снег растаял, и вода вылила маленькие точечки беленькие из холста, и получилось, она как будто вся, как будто снег идет, да так естественно, как вот человек со своим мозгом не может так естественно положить, как удалось тогда положить это. Как в природе удалось. Вот. И у меня даже сохранилась эта картина, где-то она там у мамы хранится, замечательная. Вот именно с таким эффектом потрясающим. Когда природа дописывала картину. Смотри. Еще более дальний, да, появился. Вообще такой дальний. Вот. Ну и, конечно, немного снега в тень. Теневое звучание снега синее, поэтому... Я сегодня не справилась вообще. Ну да, сегодня ты. Сегодня я как новичок. Одни открытия. Ну опять же, если ты дома сделаешь повтор этой темы,
самостоятельном исполнении и успеешь поанализировать то, что ты делаешь, это, конечно, уже будет сдвиг внятный. Рубленность. Ты видишь, да, рубленность, все время рубленный характер укладок. Ну творю мир, смотри, я нет этих гор, да, это собственные горы. Вот. И когда-то кто-то будет срисовывать уже с моих гор и добавлять что-то, и будет тоже как бы рождаться уже другой мотив. Да, для вдохновения нужны какие-то подсказки. Тональные, цветовые. Так. Ну, смотри. Если хочешь, ну, горы уже постараюсь не трогать. Да, я уже потрогала. Они так уже на вдохновение сделаны, пускай уже останутся. Рисуй мелочи всякие, уточняй. В каком месте? Ну, везде. Вот здесь. Стволы проследи. Что-нибудь еще проследи, вот здесь еще доследи. Может быть, кашу сбрить и снова предпринять, но более деликатно, потому что каши много, рисунка нет. Береговую проследить, как там, чтобы она была интересная, чтобы не вот эта вот рельса лежала.